proper. Гири, скажи, почему для тебя было важно все-таки проголосовать в этот день? Начинаем новую историю. Все по-новому. Так что, сейчас отодвинем от Донецка. Люди начнут строиться все заново. С новой главой, в которую я верю, который ничего никому не обещал. Так что посмотрим. Наше дело освобождать, их дело строить. Гири, последний вопрос все-таки. Да. Ты наверняка тоже был на референдуме. Вот для тебя референдум и вот эти выборы, чем... В чем отличие? Ну, что отличия, в принципе, никакого нету, по большому счету. Только в тот момент мы начинали новую страну, а теперь мы будем эти выборы будут развивать в данный момент. И люди делают свой выбор, кого они хотят видеть во главе этого государства. Как и я, как и мои бойцы. Так что в данный момент самое главное, чтобы ребята проголосовали, потому что желание у всех есть на 100%. Но они не по приказу дадут? Нет, никакие приказы я не даю никому. Это выбор, это личное мнение каждого человека. Не имеет значения, это мой подчиненный или просто свободный человек. Потому что в данный момент, сейчас мы поедем, возьмем урну, поедем на переговоры. Он вместе будет ехать сзади. Еще одна есть? Я как его слышал, что он меня... Ну ладно, мы тебя... Подбегай. Передовую в аэропорт. Отсюда всего лишь в 200 метрах находится международный терминал, где укрепились украинские силовики. Здрасте. Павлович, скажи, на передовой тоже паспорт какой-то взять? Я беру. Куда прячешь? Бронежилет. Скажи, для тебя почему важно проголосовать на этих выборах? Защищая свою родину, хочу, чтобы была своя власть. Ту, которую нам навязывают, мне совсем не устраивает. Скажи, вы долго находитесь на передовой, возможности, наверное, выехать нету? Нет, возможности нету, на передовой в месяц. Я недавно вот защищаю. Распишите здесь или здесь? Да, вот. Стрелковым подписан. Славянский были, да? Да. Вот, пожалуйста. Девушки выкидай.
Девушки, девушки, заселите, да. Вот чем горжусь. Сгорело все. Я проголосовал немножко на других позициях с движениями. Он также сопровождал на передовую, но предлагаю послушать. На лошади не было, я всю машину отдал. Смысла никакого нету, для этого не нужно, понимаешь? Он едет, они сказали своими бойцами, считают, это... Так а вот у кого в руках сейчас вот международный криминал? То есть там они сидят в подвале? Никого там нету. Он пустой. Там есть подвал, с которого они пытаются вылазить. Вылазят там свое нос высунуть. Покидают наш богами там. Или корректируют, так и легят. То есть Пореченко однозначно по пустому зданию стрелял? Да не стрелял он ни по каким людям. Ну бред, ребят. Человек снимается в фильмах. В реальных фильмах. Годовые ворота, прочищены. Это самый такой фильм, который. Хороший фильм, да. Да, мне нравится, он снят на реальных событиях, тем более. Человек просто попробовал настоящего боевого утеса. Баба, смотри, вы кого-то видите, что там украинские военные где-то сидят. Там пустое место. Ну давай лоб один. Он просто выстрелил несколько раз и все. Ничего здесь такого сверхъестественного нет. Вот сюда дверь. Да. Разбились там все. Бронетранспортер пробивает? Да. Налегке. А отдача сильная? А? Отдача сильная? Ну, я не знаю, кому как. Для меня нормально. Понятно. Какого он года выпуска, не знаете? А? Года выпуска какого? А тут написано, 42-го года. 42-го? Да, вот. А где проживает? Пришла по прописке. Мариуполь, Донецкая область. Так, кто они? Ты потом, если что, на УАЗике поедешь. Приветствую, братва.
А позвони Паше. Паш! Там давай вот так. Здесь вот. У меня командование не знает, что вы здесь. Вы мне палец. Такой он был. Вот там, нет? Ну. А, головой не верти. А, ну все, замер, давай. Подумай.